Всем привет! Снова понедельник, 26 этаж бизнес-центра «Монарх», Москва. Бодрый понедельник вместе с Таповой. И по традиции в этой студии вас сегодня будут радовать бодрыми новостями Джордж и Майкл. Новогодние мушкетеры компании «Тапова». Мушкетеры? Ну, мы на Дедов Морозов не похожи. Ты, кстати, очень похож. Да? Я на такого тёмного... Образ Стаса Михайлова уже вышел. Образ Стаса Михайлова, да. Ну такие весёлые Деда Морозы или мушкетёры, в общем... С весёлыми событиями, с весёлыми новостями и, как всегда, со знаменательными событиями. А самое главное знаменательное событие, которое у нас произошло на этой неделе, это конференция дистрибьюторов, лучших дистрибьюторов Тапова СНГ, которая прошла у нас в среду и четверг. Вторник и среду. Во вторник и в среду она у нас проходила, где мы дистрибьюторам лучших рассказывали последние новости, рассказывали про стратегию компании, заряжали их энергией, позитивом, рассказывали, конечно, о программе больших недель. Джордж, что еще мы там вам рассказывали? Что мы запустили стратегию компании. Это уже признание. Признание. Множество признаний. Множество признаний для лучших дистрибьюторов. Кстати, если вы не знаете, у нас участвовало 50 лучших дистрибьюторов Тапова СНГ с положительным отзывом. Дистрибьюторных центров. 86 центров. Дистрибьюторов у нас приехало. Пар. Да. И вот в рамках, кроме того, в рамках этой программы, в рамках признательной годовой конференции дистрибьюторов, прошла еще одна очень важная вещь. Это аукцион. Аукцион. Благотворительный аукцион. На котором мы заработали более 230 тысяч рублей. И благотворительная распродажа. Да. Благотворительная распродажа изделий Тапова и благотворительный аукцион. Причем на аукционе бы хотелось остановиться подробнее. Угу. На нем лотами были выставлены не просто там изделия Таповые, да, или что-нибудь схожее с ними. Нет, на них лотами были выставлены вещи ценные. Ценные сердце нашему Тапову, такие как, например, сумки из прошлой коллекции Алишера. Или что еще у нас там было интересного? Был, например, платок, который был вручен Елене Леонидовне Путилиной при открытии вообще, в первые годы работы при открытии рынка Тапова СНГ. То есть такие, видите, непростые вещи, которые дороги сердцу каждого человека, который каким-либо образом относится, да, к компании. Да, в качестве лотов были выставлены изделия, например, признательные грамоты и признательные, как бы, доски, да, наверное, признательные таблички, на которых дистрибьюторы получали на первых своих мероприятиях президентского клуба, когда он только появлялся, это только впервые мы вошли. Трогательно. И вот суммарно мы собрали около 350 тысяч рублей благодаря распродаже и благодаря благотворительному аукциону, который, естественно, мы отправим на благотворительные нужды тем, кому нуждаются, фонд «Настенька» и детские онкологические центры, которые поддерживают Тапова в своей социальной миссии. Джордж, что еще у нас было интересного? Еще у нас... отдельно мы хотели, да, признавали, и сейчас мы хотим напомнить о том, что у нас была номинация среди всех прочих дистрибьюторов лучшая по рекрутированию, по продажам, была еще одна номинация, которая стоила выделить бы отдельно, и мы, естественно, ее выделили. И эта номинация у нас «Прорыв года». В этой номинации у нас победили 8 дистрибьюторных центров, дистрибьюторных центров, и мы хотим особо поздравить наших лидеров, которые были признаны в данной номинации. И первые у нас это Светлана и Александр Андроновы. Покажем наших героев в камеру. Ну что же, Светлана и Александр Андроновы получили свою номинацию «Прорыв года» за профессиональное обучение, которое они проводят в дистрибьюторных центрах, за интенсивную работу по развитию бизнеса Тапова в городе Санкт-Петербург. Да, за свои акции, которые направлены на продвижение, флешмобы, активное участие в жизни компании. Наталья и Михаил Сербины. Наталья получила свой сертификат «Прорыв года» за тоже активное развитие региональных центров вокруг Нижнего Новгорода, за развитие бизнеса в Нижнем Новгороде, проведение профессиональных обучений, высокую лояльность, показываемую компанией в
и выражающийся в регулярном выполнении всех целей. Следующий дистрибьютор у нас Ирина Яковлева. Ирина у нас на данный момент является дистрибьютором номер один в кластере Тапово СНГ. Ирина, мы вас поздравляем. Дистрибьютор действительно номер один, прорыв года. Ирина активно участвует у нас в всевозможных выставках, выполняет всевозможные стандарты. Недавно у нас стало, буквально мы вернемся к этому, но программа, которая была запущена Риком Коуэнсом, Ирина, дистрибьютор номер один по количеству рекрутов, пришедших на этой неделе. Ирина, что бы хотелось сказать, да, и, конечно же, это развитие бизнеса в Московской области, открытие множества и развитие региональных центров. 5 региональных центров на данный момент. Так что, Ирина, поздравляем вас по праву номер один дистрибьютор Тапово СНГ. Ну что же, следующие это Гульмайра и Журсун Мусины. Наши лидеры, которые работают в городе Караганда, регион Казахстан-Север. А Гульмайра и Журсун, которые развили этот бизнес в Северном Казахстане, которые открыли множество региональных центров. Лидеры, которые проводят одни из самых профессиональных обучений в Тапово СНГ, продвигают новых менеджеров и, конечно же, развивают свой бизнес в своем городе. Следующие дистрибьюторы Наталья и Анатолий Чекановы. Поздравляем вас, прорыв года. Наш южный регион у нас сейчас выделился такую обособленную даже единицу. Можно сказать, что дистрибьюторы формируют свой собственный рынок. Они любят особые изделия, интересные изделия. Наталья, Анатолий, поздравляем вас за, опять же таки, развитие бренда в южном регионе, развитие компании, открытие множества региональных центров и, конечно же, за помощь компании в ее экспансии на Кьюб. Карина и Андрей Служителевы, наши дистрибьюторы в городе Краснодар, один из крупнейших центров в южном регионе, наряду с предыдущими нашими номинантами, лидеры, развивающие бизнес, проводящие свои профессиональные обучения. Следующее, кого мы еще бы хотели напомнить, это, конечно, Зауре Искакова и Муратхан Сарсенбаев, лидеры, из которых начался бизнес Тапуэ в Казахстане, Юг и, в принципе, в Казахстане. Более 10 лет уже, в этом году как раз отпраздновали 10 лет на рынке Тапуэ города Алматы, активно развивали в этом году свои региональные центры, росли и занимают первое место в первой тройке по продажам во всем Тапуэ СНГ. И, конечно, наши последние лидеры, восьмые номинанты, последние, но по списку, но по значению, это Наталья и Сергей Тихоновы, наши лидеры в городе Киев. Родной твоему сердцу. Да, в Украине. Лидеры, открывшие уже третий региональный центр, проводящие профессиональное обучение. Лидеры, получившие свое звание «Прорыв года», номинацию «Прорыв года» за свое активное участие и развитие бизнеса в городе Киеве, в частности, и в Украине в целом. Еще раз поздравляем наших лидеров, желаем вам в следующем году также стать в числе номинантов и, естественно, лауреатов премии «Прорыв года» компании «Тапово». 2014 год будет насыщенным, интересным, и мы готовы признать всех лидеров, которые отличаться будут, выдающимися, выделяться будут на фоне остальных дистрибьюторов в 2014 году. Чем больше лидеров мы признаем, тем лучше компания себя чувствует на рынке, тем больше денег мы все с вами зарабатываем. Да. Поздравляем! В общем, конференция прошла успешно. Ваши дистрибьюторы уже знают некоторые вещи, о которых мы сейчас только будем рассказывать сегодня чуть-чуть, а большей частью вы узнаете через об этих вещах. Через 2 недели, я думаю, да. Почему? 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 Потому что уже сейчас, вот частично. На этих неделях будут зимние семинары, зимние национальные бизнес-сессии. Мы же не рассказываем, что будет там. Нет, конечно, мы не расскажем. Мы не скажем. Но мы хотели бы рассказать другое. Мы бы хотели поделиться небольшим секретом. У нас закрылась как раз 48-я неделя после уже последующего бодрого понедельника. Мы активно рекрутировали. Нам бы хотелось очень поделиться результатами этой недели, но мы этого пока делать не будем. Почему? Потому что у нас будет специальный гость. Да, особый гость, который расскажет о наших успехах на 48-й неделе и о том, что из них последовало в дальнейшем. И, естественно, вам будет очень интересно об этом узнать.
А специальным гостем нашей программы будет коммерческий директор компании Tapway СНГ. Вадим Ведищев. Вадим Ведищев. Но он присоединится к нам чуть позже. Он присоединится к нам. Пока что у нас есть актуальные новости на текущий момент. И в самом разгаре у нас новогодняя неделя. Новогодняя неделя, декабрьская программа компании Tapway. Новый год 2013. Новогодний улетный Новый год. Твой улетный Новый наш год. Улетные праздники, улетные подарки, улетные угощения, улетное все-все-все, что может быть, только с компанией Tapway. И буквально через два дня у нас стартует 50-я неделя, на которой наши консультанты и менеджеры могут получать за свои достижения подарки, за активность, за квалификационную активность, за стартовую активность. И на следующей неделе, опять же, за квалификационную активность на 51-й неделе и уже собирать полную коллекцию новогодних подарков для себя и своих близких. Да. Консультанты присоединяются к нашим менеджерам, которые, естественно, с полным годом, да, получают и подарки за уровни. А подарки за уровни у нас является чудесный набор аквакадетеров, пряничный человечек. Человечек и на уровне 8 Allegro, да. Квалификационных, да, презентаций, чудесный набор Allegro. Новая коллекция утилит, или как правильно сказать, сервировочных приборов. Приборов. Перечница, солонка, мельничка и два соусника. Отличные, новые, красивые, сделанные уже из прозрачного, красивого полимера. Для того, чтобы все видели, сколько соуса у вас налито в каждой емкости Allegro. Отлично, Джордж, спасибо. Но помимо подарков, конечно же, специальные предложения. У нас такой яркий, красочный новогодний каталог, каталог-раскраска, где вы на ваших пати можете дать детям, чтобы они проявили всю свою фантазию, творчество. Ну и не только дети, потому что и взрослым будет интересно, Джордж. Я неоднократно заставал во время работы в раскрашивании новогодних листовок. Поэтому раскраска, листовка для детей и взрослых. Внутри вы найдете пошаговую инструкцию по приготовлению, по созданию снеговичков, новогодних снеговичков, которые вы можете потом принести на ассамблею, праздничную ассамблею 6 января, дистрибьюторный центр, и ваш дистрибьютор передаст этих снеговичков в детские дома, которые он поддерживает для того, чтобы подарить новогодний праздник и радость детям, которые по какой-то той или иной причине ее лишены. Но я уверен, что в этот Новый год у всех будет праздничное настроение, и все получат то, что заказывали у Деда Мороза. Да, естественно. Ну и, как мы уже сказали, у нас идет программа «Твой улетный Новый год». Угу. Естественно, там есть увлекательнейшее предложение для наших гостей и для наших хостес, которое мы предлагаем вам предлагать вашим гостям и вашим хозяйкам. Их множество, их очень и очень много, около 80 предложений у нас собрано в программе на любой вкус. На любой вкус, на любой выбор, как вам хотите. И, естественно, мы хотим уже, чтобы у вас проходили чудесные пати, чудесные гости приходили к вам, а вы в преддверии новогодних праздников запасались доходами и хорошей наличностью перед тем, как приступить к скупке всего, что есть в шопинг-центрах для подготовки уже, собственно, вашего новогоднего стола и подарков всем радостным. А с изделиями Tapway новогодний стол будет просто фееричным, ни один гость не останется равнодушным к изделиям Tapway. Вы тем самым сможете еще их развлечь, показав, каким образом можно украсить свой новогодний стол. Например, как это делала Ольга Трифонова во время фуд-шоу две недели назад. Согласен. Что ж, Джордж, у нас Я бы хотел еще раз напомнить все-таки о чем? О том, что сейчас мы напомнили вам вкратце о программе «Твой улетный Новый год». И, естественно, нам хочется вам уже всем интересно, что же будет, раз уже дистрибьюторы знают, да, часть дистрибьюторов программы «Больших недель», но мы вам с ней, этой программой, скоро поделимся, естественно, с вами, но не в этой передаче. Для того, чтобы вы узнали о программе, мы всех вас приглашаем на национально-зимние бизнес-сессии. На летние тоже приглашаем, почему-то. Да, сразу, заранее. Заранее можем пригласить вас и на летние. Но сейчас мы приглашаем вас на национально-зимние бизнес-сессии. Они пройдут в городах России на этой неделе. В среду, четверг, пятницу пройдут национально-зимние бизнес-сессии.
А в Украине и в Казахстане, в Алмате, Астане и в Киеве они пройдут у нас в следующей неделе, через неделю. Собственно говоря, мы всех вас страстно ждем там, хотим вас всех увидеть для того, чтобы поделиться нашей новой стратегией, нашей новой программой, нашими новыми видениями 2014 года. Ну и, конечно же, признать вас за достижения 2013 года, за ваш вклад в бизнес, за ваши результаты, за вашу активность, лояльность и вовлеченность в бизнес Тапуэр. Ну и по нашей старой традиции и доброй традиции, естественно, мы хотим еще кое-что вам показать, поинтриговать вас немного еще перед появлением нашего коммерческого директора и пригласить сейчас нашего бренд-шеф-повара Академии Тапуэр Александра Алексашина, который нас порадует каким-нибудь вкусным рецептом, я уверен, Александр, который сделает вашу пати на этой неделе, да просто незабываемой. Ну что ж, Александр, приветствуем тебя. Я приветствую, в свою очередь, всех наших зрителей, и Джорджа, и Майкла в том числе. Сегодня будем готовить улетный рецепт. Для этого мне понадобится как раз... Джордж и Майкл? Джордж и Майкл вместе со столом, на котором они будут феерически мне помогать просто своим улетным мастерством. Можем еще подвинуть шоу, в камеру, чтобы мы влезли. Так? Да? Все. Если тут богато у нас сегодня будет, богато. Сегодня, ну я... Джордж, если бы ты не съел половину рыбы до эфира, у нас было бы еще все богаче. Да. И он закусывал овощами, я видел. Нет, он закусывал рыбой. Я заказал другой кусок рыбы. Овощи закусывал рыбой. Готовить мы будем сегодня улетный суп, называется он рыбным. Рыбным? Да. Вот казалось бы, да? Казалось бы. Что можно приготовить из рыбы такого улетного? Будет такой вкусный супчик. Видишь, я закатываю рукава, чтобы помочь тебе. Ты молодец, уже видишь, как навострился. Михаил даже перед этим снял шляпу. Я снял шляпу перед супом. Снимаю шляпу. Для того, чтобы приготовить суп, нам необходимо первое. Разогреть кастрюлю. Второе. Нарезать овощи. Я подогреть кастрюлю. Погреть кастрюлю. Быстро. Отличная, кстати, кастрюля. Прекрасная, уникальная кастрюля 7,4 литра из коллекции от шефа. Наша классическая, один из наших классических размеров. Будь здоров. Она присутствует у нас в каталоге. Она у нас есть в новогоднем каталоге. В общем, наблюдайте, как мы будем ее использовать. И, естественно, используйте ее в себя. Итак, Михаил, я тебе даю самую простую работу. Я, в принципе, готов на сложную, но окей. Я учту. Тебе нужно нарезать лук, да, измельчить, нарубить его, не заплакав при этом. Благодаря измельчителю Turbo, турбомиксу нашему, я это сделаю за 5 движений руки. Давай. Сможем? Давай, Джордж, засекай. Джордж, давай. Давай. Раз, два, три. 4, 5. Ну ладно, еще чуть-чуть. Вот они. Ну все, в следующем костюме все получилось. Я вижу, что уже все в разобранном состоянии. Все. Лук уже готов к употреблению. Лук готов. А я параллельно... Я знаю о том, что наши чудесные кастрюли коллекции шефа подходят для использования на индукционных плитах. А это значит, что приготовление в них гораздо меньше требует электроэнергии и, что еще немаловажно, гораздо меньше времени. Она уже начала греться. Нагреваться? Да, уже знаешь, чувствую тепло исходящее. Воду мы пока не добавляем, да? Воду пока не добавляем, в этом как раз вся прелесть наших изделий. Что мы сначала мы внутри нашей кастрюли будем обжаривать овощи. Обжарим мы их, Джордж, на оливковом масле. Можно я тебе помогу? Да. Я могу морковку так порезать, так как ты это делаешь. Прекрасно. Я тогда, в свою очередь, нарезаю картофель. Угу. Картофель нарежу кубиком. Я тоже могу помолочить. У нас самые простые овощи, самые абсолютно простые, которые можно найти. Тоже кубиком, да, режу? Да, вот. В смысле, тоже кубиком. А, в смысле, я тоже режу кубиком? Да. О, у меня картошка прилипает к ножу. Можно такие уже весомые делать кубики. Это будет такой супчик по-домашнему, типа ухи. Греется.
греется, да? Если она уже разогрелась, можно смело добавлять туда оливковое масло, и мы готовы тебе уже... Есть у меня оливковое масло. Закидывать. Да, все растут. Режем, все, как вы видите, на доске хлеб от хлебницы от нашей. Много, Алексей? Ножами универсал от шефа. Все очень легко, удобно, лезвие острое. Достаточно. Будьте аккуратны. Стояйте дома обязательно. Демонстрируйте наши изделия. Сашка, у тебя любимый нож, кстати, в коллекции универсал. Слушай, я никак не могу отвыкнуть от ножа шефа. То есть я вот как взял его и... Так и все. И все, и прям могу все что угодно и нарезать, все что угодно. Слушай, обработать. Вот, конечно же... Помидорки, например, мы можем же, да, им резать тоже такие даже сочные помидоры? Или лучше все-таки ножом для овощей воспользоваться? Прям которые сочные, лучше ножом для овощей, потому что консистенция у них... Есть он здесь? Консистенция ножей мягкая, ножей, помидоры, конечно же, мягкая, ножи у нас прочные, вот, и за счет того, что вот эта вот селитерная заточка, она легко прорезает плотную оболочку помидора и заканчивает нарезать, собственно, да, помидор. Да, не мнёт, да. Что очень важно при нарезке помидор. Если масло у тебя, Джордж, уже разогрелось, уже. Тогда мы отдаем тебе лук и морковь. Давай. Я готов принять это. Да. Дар природы. Я готов дорезать картофель. Смотри, мы уже быстренько тебе подготовили все овощи. Михаил, Майкл, как и обещал, он не стал плакать при нарезании лука. Я забираю морковь так же? Да. То есть достаточно крупными, да, такими? Да. Я говорю, так, по-домашнему, быстро, удобно. Быстро, просто. Нам надо обжарить на золотистой корочке все или как? Нам надо, да, как до полуготовности все это обжарить. Mm-hmm. Все. И также у нас есть всякие специи. Специи. Да. Что здесь есть? Соль, перец и лавровый лист. Это, да? Соль, да, перец, лавровый лист. И, между прочим, если у вас есть перец, например, горошком какой-то, можете добавить несколько горошин в суп. Ты на максимум поставил, да, ведь? Практически. Вот. Быстренько-быстренько овощи обжариваем. Можно добавить как раз при обжарке лавровый лист, чтобы он отдавал аромат не только в бульон, но еще и в обжариваемые. Прям обжарить на лавровый лист. Прям, да, прогревать его там. Когда я максимум лавровый лист добавлял в пельмени. Я добавил, да? Чтобы жарить лавровый лист, я такого не пробовал. Интересно. Вот. А это уже те самые прекрасные секретные рецепты от нашего бренд-шеф-повара. Вот, например, предлагает обжарить нам лавровый лист. Я тоже, как и Майкл, никогда раньше не сталкивался с такой... А ты знаешь, Джордж, у нас наш бренд-шеф-повар скромно молчит, он же буквально недавно вернулся с командировки, с мастер-класса. Саш, ты был у нас в Магнитогорске, да? Да, я был в Магнитогорске. Скажи, как там было вообще, сколько народа пришло, что ты показывал, как люди вообще приняли, встретили хлебом, солью? Ну вообще, если брать Магнитогорск в целом, то весьма такие теплые, отзывчивые люди. А если центр? Не могу сказать. Если центр, то там вообще просто какие-то такой костяк собравшийся таких очень как слово добродушных, гостеприимных людей. Вот. И я ездил туда с Ириной Осень, которая мне активно помогала, собственно, и проводить, и она там. Организация. Да, и организации. Провели мы на одном духу просто мастер-класс, на одном дыхании, да, это мастер-класс. Ну, в принципе, на одном духу тоже подходит, в данном контексте. Да. Джордж, если у тебя осталась доска, ты можешь нам ее вернуть. Да, нам надо еще рыбу, я думаю, нам нужно сделать из этого овощного супа рыбный. Очень вкусно пахнет, и даже лук начал поджариваться. Вот, смотри, в чем состоит разница тушение овощей и их обжаривание. То есть, когда ты накрываешь кастрюлю крышкой, то овощи начинают тушиться. Когда ты при открытой крышке начинаешь их обжаривать, прогревать, это как раз процесс
нуждается обжаривание. Мне кажется, что-то стоит уже добавить сюда. Джордж и Майкл, что вы любите преимущественно в супе? Овощи или рыбу? Если это рыба. Я вообще мясо предпочитаю. Рыбу. Если уж так, то рыба. Ну вот у нас. Да. Предпочитаем лучше рыбу. Я думаю, что красная рыба это не так уж и плохо. Неплохо совсем. Я не могу тебе, да, лучше помочь ничем. Ну давай уж, раз я взялся за это. А я пока параллельно закончу свой рассказ. Да, рассказывай, как там все прошло. Людей было достаточно много, не скажу по цифрам, но знаю, что весь зал, который отводился под вот этот мастер-класс, он был забит менеджерами, гостями. Mm-hmm. Если сейчас вспомнить, порядка 6 человек, наверное, было гостей. Mm-hmm. Из них один просто сидел, наблюдал, остальные активно участвовали в нашем мастер-классе. Да, и в конце изъявили желание стать консультантом. Это же здорово. И это же основная задача Саши наша, чтобы люди привлекались в бизнес благодаря демонстрации наших изделий. Вот. Ну, собственно, нам это удалось сделать. Угощали ароматным зеленым чаем. Да. Что еще интересного в магии? Какие рецепты ты показывал, скажи? Рецепты я показывал. Сейчас скажу. Значит, первая у нас была выпечка, которую я демонстрировал на фуд-шоу. Mm-hmm. Очень вкусная, была с бананом и малиной. Раз попробуй. Да. Что ж ты их тут не готовишь? Да. Так, на фуд-шоу я всех приглашал. Ну ладно. Мы были, в принципе, на фуд-шоу тоже. Я предлагаю. Хорошо. Мимо нас прошло это. В следующий бодрый понедельник. Мы готовим банан с чем? Да, и малина. И малина. Не, если хотите, можем сделать что-то и мясное. Лучше мясное. Вот видите? Хорошо. Потом готовили мы. Я готовил кролика. Кролик в таком сливочном соусе с горчицей. Это очень хорошо. Да. Я готовил, кстати, вот в такую вот кастрюлю. Кстати, про кастрюлю. Знаешь, мне кажется, что уже настойчиво морковь и лук требуют компании. Продолжение. Тогда мы закидываем туда картофель. Держи картофель. Саша, рассказывай, знаешь, что там? Да. Кролик, собственно, был в кастрюле. И мы готовили еще на гриле. Кого? На гриле. О, отлично. Да, рыбу, лосось. Готовили на гриле с овощами. Причем, если в стандартном таком, как уже сложилось мнение, что к рыбе надо подавать лимон, а мы делали его с зеленым яблоком. То есть та же самая кислинка была. Она кислое яблоко было или сладкое? Зеленое яблоко, да, оно кислое. Да. Насыщенное витамином С. Вот. И из яблока сделали пюре. Мы его отварили в микроплюсе. Сделали пюре и, обжарив рыбу на гриле, придав ему вот эти вот полоски все красивые, сверху положили вот эту вот немножко пасты. Пюреобразную массу. Да, пюреобразную из яблок. С овощами запекли еще до готовности сделали. Я чувствую, как у меня потекло уже. Я не могу сдерживать себя. Саша, хватит от одних слов. Последнее предложение в ультрапро довели до готовности. Вот здесь моя жена сейчас смотрит эфир, она записывает активные рецепты. Александр. Сегодня я приду домой. И у тебя уже будет, собственно, мастер-класс. И рыбу на гриле, и кролик в кастрюле, слитки, да? Да, там были слитки, и добавили дижонскую горчицу, сделали превосходный соус. Выпечка, так и быть, мы уже оставили, потом сам приготовили. Джордж, смотри, картофель достаточно чуть-чуть прогреть, затем мы добавляем воду. Вода у нас теплая, да, Саша, я так попробую? Да, это все. Это для того, чтобы у нас побыстрее, да? Да, это для того, чтобы побыстрее произошло закипание. Прям все выливаем, ставим на максимум, доводим до кипения. Это практически уже предпоследняя стадия, когда суп готов. Довели до кипения, убавили кипение до минимума, добавили нарезанную рыбу. Подожди, Джордж, доводи до кипения. Рыбу можно сразу. Я вам чуть-чуть дам. Давай, окей. И подожди, пока вы отвернусь просто. И самый последний шаг, который, собственно... Едим. Ну, это...
Это прямо финальный. А последний шаг приготовления – это довести его по вкусу, как выражаются повара, добавить соль, добавить перец. Лавровый лист он уже там. Я, кстати, отсюда уже чувствую, как лавровый лист. Прям ты чувствуешь запах лаврового листа? Да. Вот он, вкус профессионала. Да, вчера показывали по телевизору ночью, пол первого ночи, про шеф-поваров, Кэтрин Зета-Джонс, когда она была шеф-поваром в ресторане. Вот, и она тоже на вкус, на запах пробовала, говорила, там вообще идеально, там чуть-чуть добавить. Ну, примерно что-то в Рататуе был, когда вот, на запах там, миллион потом всего добавляла, и вкус добавился. Да, идеально. Вот. Возвращаясь, Саша, к твоему мастер-классу. Да. Лидеры заслужили, выполнили квалификацию на мастер-класс. Магнитогорский он прошел. Поздравляю всех. Я уверен, что всем все понравилось. Я знаю, что у тебя еще будет 3 мастер-класса. Они у тебя будут проходить где, скажи нам? Самый ближайший это Калуга. Калуга когда? 16 декабря. Затем 23-го это Нальчик. Нальчик. И 26-го Караганда. Отлично. Ждите меня. Ждите Александра, он к вам приедет. Благодаря чему он приезжает? Благодаря тому, что вы активно принимаете участие в жизни вашего дистрибьюторного центра. Потому что эти мастер-классы, они признательные. Признательные для дистрибьюторов, которые выполняют цели, становятся лучшими в своих регионах, в своих территориях по проценту перевыполнения целей, по абсолютному проценту, по абсолютному показателю выполнения целей. В данном случае у нас программа была 46-й неделя, да, президентская неделя. Да. Ваши 4 центра, вот Магнитогорск, еще 3 центра, которые нам ожидаются, в котором ожидаются мастер-классы от Александра, стали лучшими по этим показателям, поэтому активнее включайтесь в программу. Программу теперь уже больших недель, которую мы запустим. И Александр также посетит ваши дистрибьюторные центры, проведет там признательные мастер-классы, где поделится секретами своего мастерства, поделится изделиями, да, фишками изделий, которыми обладают изделия ТАПУ, да, фишками, которые мы поговорим, да. Поговорим, естественно, все это пройдет в дружеско-профессиональной обстановке. Вы сможете задать Александру вопросы. Александр также вам задаст вопросы, какие интересные рецепты в вашем арсенале есть, что вы любите готовить, что делать, как преподносить изделия ТАПУ в лучшем свете для того, чтобы на вашей пати потребитель мог в полной мере ощутить все прелести изделий и воспользоваться изделиями ТАПУ. Ну что ж, Саш, мы продолжаем готовить суп. Он же уже готовится без нас. Дальше уже все, за ним смотреть не надо, только в конце соль и перец. В конце соль и перец. Может, это напомнишь кратко? Что мы так, как мы приготовили? Готовили его суп как? Нарезали овощи, разогрели в кастрюле от шефа 7,6 литра растительное масло, обжарили нарезанные овощи, залили водой, добавили нарезанную рыбу, накрыли крышкой и в конце добавим соль и перец. Сколько мы ждем примерно по времени, чтобы он приготовился? По времени занимает это порядка 15 минут. Ну, отлично. В следующем году, в понедельник, мы вам покажем, что у нас получилось. Ну, а посуду не помытую, из которой мы съели суп. Вот бурные аплодисменты мы встречаем. Говорим Александру, да, спасибо. Мы потом еще вернемся. Мы вернемся еще? Да, ведь Александр пока не говорим спасибо, да. Пока бурные аплодисменты мы встречаем коммерческого директора ТАПУ СНГ Вадима Ведищева. Спасибо, дорогие коллеги, за бурные аплодисменты. Здравствуйте, уважаемые консультанты, менеджеры, дистрибьюторы. Ну что ж, у нас с вами совсем недавно завершилась Всемирная неделя рекрутирования, 48-я неделя, на которой наш кластер добился выдающихся результатов. У нас с вами в течение одной недели в бизнес вовлеклись более 8960 человек, а иными словами 8969 рекрутов у нас с вами появилось на 48-й неделе. Это выдающийся, безусловно, результат. Это, безусловно, наглядная реализация того, как воплощается в жизнь миссия нашей компании, изменение жизни людей к лучшему и
как реализовывается наша ценность номер один – привлечение людей в бизнес. И я с огромным удовольствием, с огромной радостью хочу озвучить рейтинг наших лучших регионов по проценту выполнения цели. На третьем месте у нас группа регионов – это регион Юг и регион Москва. На втором месте – Украина. И на первом месте с результатом 103% выполнения цели регион Восточная Сибирь. Поздравляю команду консультантов, менеджеров, премьер-менеджеров, директоров региональных и, конечно же, дистрибьюторов региона Восточная Сибирь. Ну а по рейтингу выполнения цели в абсолюте наши лучшие регионы следующие. На третьем месте регион Юг, на втором месте регион Западная Сибирь. И с результатом 978 рекрутов на первом месте регион Украина. Браво нашим лидерам с Украины. Кроме этого, хотелось бы, безусловно, поздравить отдельно команды дистрибьюторных центров, выполнившие цель на 100 и более процентов. А таких центров у нас с вами было на 48-й неделе 60. Ну и, конечно же, наши лидеры, наши лучшие дистрибьюторные центры по абсолютному количеству рекрутов на 48-й неделя. На третьем месте это два дистрибьюторных центра, два национальных дистрибьюторных центра. Это национальные дистрибьюторные центры Виктории Шпитковской и Валентина Бурина и национальный дистрибьюторный центр Людмилы и Владимира Свириденко. На втором месте команда национального дистрибьюторного центра Ирины Яковлевой. Ну а на первом месте наш лидер национальный дистрибьюторный центр Наталья и Михаила Сербинах с результатом 236 рекрутов. Браво! Отличный результат. Вами гордится Tupperware Brands Corporation. Дорогие друзья, и в свете полученного результата я хочу сказать, что нами гордится Tupperware Brands Corporation и, конечно же, наш председатель совета директоров Рик Гойлс. И принимая во внимание выдающийся результат, достигнутый нами на 48-й неделе, а именно 8969 рекрутов на всемирной неделе рекрутирования, председатель совета директоров Tupperware Brands Corporation Rick Goins объявил о беспрецедентном решении предоставить возможность нашим менеджерам продлить квалификацию на поездку в Орландо до конца 2013 года, то есть по 52-ю неделю включительно. Хочу обратить внимание всех, что те менеджеры, у которых уже есть один или два продвижения, обладают возможностью выполнить эту квалификацию. Rick Goins лично будет приветствовать победителей в Орландо. В президентском гномике вы сможете доставить воду из своего региона и влить свой успех в фонтан дружбы Tupperware Brands Confidence. У нас с вами еще 4 недели для того, чтобы завершить квалификацию, продвинуть новых менеджеров и достичь высоких уровней продаж. И всегда, конечно же, мы помним, что наш успех – это ваш успех. До встречи в Орландо! Вадим, спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, всех ждем в Орландо, всех поздравляем с фееричным результатом 48-й недели. Это было все, что мы хотели рассказать сегодня. Увидимся с вами в следующий бодрый понедельник, через неделю, где мы вам расскажем уже о новостях, которые прошли за эту неделю, о бизнес-сессиях, которые пройдут в России. И, конечно же, уже начнем делиться программой больших недель, которые ожидают нас в январе. Оставайтесь с нами, до встречи. До встречи на зимних национальных бизнес-сессиях. И активно вливайтесь. Тебя хочу добавить. Не могу остаться. Активно вливайтесь в программу новогодних недель. И последняя новость. Вот сейчас та новость, которую ты хотела рассказать перед самым завершением. Мы бы хотели поделиться тем, что Tupperware действительно открывает мир красоты. Мир доброты. Ты очень вовремя. Я очень про эту новость. Я уже со всеми попрощался. Но нет, суп еще не готов, мы можем что-то говорить. Я готов пойти с камер поесть, знаешь. Что же, давай. Ну, тогда я расскажу. Да. Я с вами уже О красоте и доброте Tupperware являлась генеральным спонсором конкурса красоты Мисс Евразия. Миссис Евразия, естественно, да, потому что девушки, которые принимали участие, они должны быть мамами. Да. Ты еще не мама? Я не буду еще не мама. И у нас есть победители конкурса Миссис Евразия, который проходил 6 декабря. И прекрасные девушки, которые у нас
заняли места. Первое место победительницы премии «Миссис Тапу» стала Степанова Марина, город Екатеринбург, 32 года и двое детей. Что-то красоту показать в камеру. На несколько секунд. Поздравляем Марину Степанову с этим призом. Действительно красивая девушка. Ну и естественно нам бы хотелось отметить, чтобы Тапу была генеральным спонсором этого. Я сказал, да. И естественно о нашей компании часто упоминали в каждый момент конкурса, упоминали о том, что мы являемся спонсорами. Мы очень надеемся, что и в городе Екатеринбурге, и на всем Урале известность компании Тапу станет еще больше. Но в первую очередь известность компании Тапу зависит от вас, наши дорогие телезрители и наши дорогие консультанты. И поэтому, уже возвращаясь к тому, о чем говорил Михаил, Майкл, мы бы хотели, чтобы вы активно вливались в программу новогодних недель. И, конечно, мы с удовольствием ждем вас на наших зимних национальных бизнес-сессиях. Приходите на мастер-класс. На мастер-класс, Александр. Ну что же, наш успех – это твой успех. Оставайтесь вместе с Тапу. Прощался? А у меня еще есть новость. Давай. Я тебя хорошо знаю. Молодец. Классное чувство. У меня кое-что есть, Джордж. О чем еще хотим рассказать? Саша, давай не будем повторять нашу историю. Саша ждет свой третий звездный час. У него рецепт на подходе. Как раз ждем. Что ж, Джордж, это отличная новость на самом деле. Потрясающая новость, которая касается 48-й недели по рекрутированию. У нас есть сюрприз для наших новых консультантов, рекрутов, которые пришли на 48-й неделе. Есть подарок для вас. Для того, чтобы вы понимали, что компания ТАП – это компания подарков, которая чтит традиции, и за ваши достижения мы вас признаем. Так вот, мы объявляем специальный подарок для новых людей в бизнесе, которые пришли только на 48-й неделе. Если вы проявите свою активность на неделе 49-50-51, активность ваша должна выражаться в квалификационном заказе на одной из этих недель, в подарок вы получите замечательные изделия, инновационные, хит-продаж компании Tapua. Это индивидуальная рисоварка в фиолетовом цвете, поэтому обязательно становитесь нашими консультантами, квалифицируйтесь и показывайте квалификационную активность на одной из трех недель, еще раз я повторю, 49-50-51, тогда в подарок вы получите индивидуальную рисоварку от Tapua. Которая будет суммироваться с подарками за активность, если вы разместите заказ на 50-51. Ну что ж, это были все новости. Увидимся в следующий бодрый понедельник. Оставайтесь Тапово. Наш успех, твой успех. Увидимся. Оставайтесь Тапово. Вы попрощались, да? Я знал. Что я готовлю, да, для вас? Конечно, вы поэтому так вам все сказали. Не, на самом деле... Как пекло ты завершал, да, свой? Покажем суд. Покажем. Что у нас получилось, да? Давай. Как я люблю своих коллег, которые так замечательно все делают. Вкусняшки. Я что-то готов дегустировать. Ты, если хочешь, можешь показать. А дегустировать уже, да? А дегустировать уже. Будем потом. Это наш самый обед, Джордж, ты мастер по времени. Да? Конечно. Ну, я думаю, уже можно показывать. Смотрите, чем не ухо. Выглядит, главное, красиво. С чем? Потом сохранил все свои краски. Я даже вижу отсюда, что рыба выглядит рыбой, картофель картофелем, а морковь морковью. Осталось только посолить, поперчить. Я это уже сделал. А, даже так, как ты успел? Да, у вас, так сказать, несколько финальных новостей было. А, я думаю, надо показать еще нашу интернет-камеру. А я туда и показывал в основном, потому что я в камеру... Вот не видно тебя сейчас. Господи. Отойди еще чуть-чуть. Вот. Вот теперь все. Класс. Чтобы не пролить, я не буду больше переворачивать. Ну, в общем, как-то так у нас выглядит. Вкусно. Невероятно вкусно. В понедельничек бодрым с утреца вот этот суп, это очень... А в следующем мы говорим, что мы готовим мясо. Кролика. Кролик. Блин, давай мясо лучше какого-нибудь. Давай, Саша, знаешь что, я всегда хотел, чтобы ты нам показал, как готовится классный стейк. О, отлично. Стейк такой прям, знаешь, well done. А я не знаю, ты мне рассказывал, что надо стейк, что правильно сделать стейк, надо его жестко обжарить в ресторан, потом в духовочку как-то там вот что-то. А, ну хорошо, давай. Давай, ну что-то такое вкусненькое сделаем. Какой-нибудь соус. Мужской рецепт новогодний. Договорились? Договорились. Ну все, я
Вы боитесь спросить, у вас нет больше новостей, коллеги? Нет. Я исчерпал свои новости. Прощайся уже, мы попрощались два раза. Ну что ж, как сказал Джордж и Майкл, я повторюсь, наш успех – это твой успех. Ну и... До встречи на зимних бизнес-сессиях. Оставайтесь с Таповым.